канун 30-летия независимости Казахстана глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума в Нур-Султане. «Этот проект особенно значим для наших стран и для Калмыкии в частности. Был рад лично поздравить наших друзей из КТК с этой важной датой», – прокомментировал Бату Хасиков. В ходе визита он также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили возможности сотрудничества между Калмыкией и Казахстаном, в том числе торгово-экономическом, транспортно-логистическом, экологическом и культурно-гуманитарном. «Благодарю Касым-Жомарта Кемелевича за продуктивную встречу и добрые пожелания. Будем продолжать развивать взаимодействие», – отметил глава республики.